Здесь забыли. О, розовый мяч! Да. Она ничего в них не видит, и что твой? Всем привет! Короче, ну раз вы выбрали шопинг, будет вам шопинг? Да. Ну и мы сейчас идем тратить мои денежки, и вам ничего не достанется. Поняли меня? Естественно. Прогуливать школу, так прогуливать. Все, ага, мы идем. Смотри, смотри, там розовая шуба висит. У тебя и так есть. Че, куда сейчас пойдем? Давайте в книжный скажем, пожалуйста, мне на пару секунд. Книжный? В книжный. Да блин, да быстро. Пошли отдельно от нее. Еще просто. Что за трэш происходит? Она купится. Да. 7 советов, как быть красивой. А вы к экзамену не собираетесь? Как завоевать парня? Ой, все. Всему. Начали тут выпендриваться. Ну что, серьезно, идем в книжный? Да. Давай просто закинем. Смотри, ее, пойдем. Не, подожди. Ну, если вам так трудно, подождите пару секунд, я зайду и туда иду. Она купит история Маршал. Я даже прочитать это не могу. Нельзя снимать? Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, нельзя, да. Ну все, иди за. Кто это придумал? Подождите 2 секунды. Ничего, за кофточку. У нас не заметят, пошли. Что за экстрим? Это просто селфи-палка. Вообще незаметная. Свет, твой путь к идеальному телу. Спасибо. Свет. Пошли по магазину, оставим ее здесь. Пошли, пожалуйста. Мама, идем по магазину. Я хочу себе юбку обтягивающую кожаную. А куда Энн делась? Я не знаю, она что-то в кулинарии забыла. Энн капец. В кулинарии. Энн в кулинарии? Что? Идеальная говядина, Свет, это про тебя. Она тебя назвала идеальной говядиной сейчас. Готовить не умеет, вот выпендривается. Вот, полный справочник для подготовки к ЕГЭ. Ты это искала? Да. А тебе прям не надо, да? Я выйду замуж и не буду сдавать ЕГЭ. Ты планируешь выйти замуж в этом году? Сейчас юбку себе кожаную купит и выйдет замуж сразу. И розовую шубу. Розовый – это такое себе. Розовый – это one love розовый. Она нашла. Не мешай человеку. Мягкие штучки. Это мой новый парень. Я вообще откручу. В смысле? Смотри. Ну, ну, ну. Не мешай даже мне. Я нашла получше тут. Да идите вы нафиг. Ага. Девочки. А. Ты поп-звезда, йоу. Что мы здесь забыли? Розовый мяч. Да, ёлы-палы. Ты серьезно? Она везде найдет розовый. Ксюха готова к фитнесу. Великолепно. Давай найдем ей розовую гирю. Там, смотри. Смотри, розовая куртка. Смотри, давай. Энн. Что ты можешь? Она ничего в них не видит, ты что творишь? Бой. Ты именно фото сделай мне для сториз. Пошли грабить банк. Йоу, детка. Надоела фитнес-тема. Надоела фитнес-тема. О, розовые носочки. Там розовая шуба висит. Розовый мяч. Да. Розовые носочки. О, господи. Ксюх, пойдем посмотрим свечки. А? Свечки, пойдем посмотрим. Давайте там реально посмотрим. Свечки! Пойдемте быстрее, чего мы здесь зависли. О, сережки! Энн. Че? Они больше, чем твоя голова, ты оказываешься? Больше, чем твои мозги. Я ж про тебя. Thank you.
нашла для тебя идеал. Помоги мне натянуть. Она же тоже розовая. А тут нету розовых шуб, молодой человек. О, прикольненько, смотри. Смотри, Эн. 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 You know I've got the seasoning, the right stuff for the stew. Не надо. Что она делает? Ты серьезно, тестер на губы? Вот это ты мазохист. Ну, ходи теперь как дура. Мяу. Это я наделаю. Мы доставщики пиццы. Смотрите! О, боже мой. Это сетка Светлана. Я прям здесь померю. Это больше смешно. Я зверюшка, мимимишка, всем привет! Ксюх, куда ты заходишь? Ксюх, конечно. Света, это просто... Тебе там самое место, да? Да. Осторожнее, не царапайся. Фотки, фотки. Типа зайка с зайкой. Фоткала. Свет, вот это на тебя похож. Ага, спасибо. Привет. Потому что самый большой, да? Нет, потому что такой. Рыжий самый большой, да? Ой, боже, посмотри на него. Он такой глаженный. Почему он так прогибается? Хотя ты чего похоже? Так почему тебя так тянет к курицу? Они что-то говорят. Тихо, почему они на тебя пошли? Но он меня лижет. Такое лицо довольное, да? Да. Можно я тоже возьму это чудо? Ксю, прости, но я на твои игры выйду. Может, скажем ей уже? Потому что она похила? Да. Да не, мне кажется, ей идет. Вот как надо ходить, ребят, по торговому центру. Уроки, как привлечь внимание от Ксюши. Чего угорали? Нет. Собака прикольная. Тебя похожа. Да. Коротко о кулинарных талантах Энн. Ты вообще в курсе, что в этом готовят? Понятно. А просто что, я очень вкусная. О, божечки. Это Света. Это Энн. Это я. И поехали. Чинковая.